Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать мендосин на палочке. Ну, звучит, наверное, вульгарно. На самом деле, я могу вам показать простейшую схему двигателя мендосина. Это двигатель, который вращается от солнечной энергии, но которую можно собрать любому человеку в домашних условиях. Для этого мне понадобится, собственно говоря, палочка, кусочек пластилина с жестью, магнит и пара солнечных батарей. Я ранее их использовал в своих экспериментах и решил показать, как из них можно собрать двигатель мендосина. Осью нашего двигателя будет служить обыкновенная шариковая ручка. Дело в том, что многие любители, пытаясь создать двигатель мендосина в домашних условиях, не могут решить проблему трения, и из-за этого все их схемы оказываются мертвыми, а точнее просто не работают. Решали эту проблему в интернете многие, но решить, к сожалению или к удивлению, удалось не каждому. Игорь Белецкий в своем ролике рассуждал порядка полутора часов, но так и не предоставил даже маломальски работающую модель. Давайте посмотрим, что получится у меня. Шариковую ручку я устанавливаю в дыру на палке. Магнит будет лежать рядом. А солнечные панели я снабдил вот такими самодельными катушечками из медной проволоки. Я не знаю, какого насечения, скорее всего, где-то 0,9 мм. Ну и витков каждой катушки может быть 30, может 40. Это не особо важно. Обе катушки припаяны к выводам солнечной батареи. Такой батарейки ничего не будет от того, что ее закоротит такая катушечка. Можете не бояться. Вы можете использовать более доступные материалы, скажем, солнечные батареи из калькуляторов или светильников. Ну, для наглядности у меня такие. Кусочек жести я согнул дугой. И на обыкновенный банальный пластилин прилепил к солнечным батареям. Получилась незамысловатая коромысло из солнечных элементов. Это коромысло я установлю на кончик пастового карандаша. Собственно говоря, вот и все. Наш двигатель мендосина готов к работе. И теперь мы можем пойти и испытать его на балконе.
кстати, сказать, если кого-то возмутит, что я называю подобный двигатель двигателем Мендосино и что ему нужны магнитная подвеска, мотор, вращающийся горизонтально, в моих роликах есть и такие двигатели. Смотрите внимательно.